Музей народной игрушки приглашает саровчан познакомиться с предметами народных промыслов и игрушками в экспозиции «Нижегородский край. Земля талантов». В учреждении также представлена выставка «Радость творчества семьи Ведяковых» в рамках проекта «Все начинается с семьи» без возрастных ограничений. Продолжается программа «Суббота в художественной галерее». 10 августа саровчане могут посетить выставки «В моем саду» и «Море цветов 2024». Возрастное ограничение 0+. Также в 12:00 состоится кинопоказ картины «Мой любимый чемпион» для лиц старше 6 лет. В выходные парк культуры и отдыха имени Дернова приглашает горожан покататься на аттракционах. 10 августа в 19:00 там пройдет музыкальная суббота. Свою концертную программу представит группа «Вэлхала» для лиц старше 6 лет. 10 августа на стадионе «Икара» организаторы Дня физкультурника подготовили множество событий. Как обычно, в 9 утра можно прийти на разминку в рамках проекта «Фитнес-утро». Параллельно можно поболеть за спортсменов на очередной игре летнего кубка по баскетболу 3-3. В 10:00 пройдет открытие праздника «Шествием». Саровчан будет ждать стрелецкий городок «Потешные сражения» и выставка «Завтра зависит от нас». Далее жители города могут посетить футбол-пати, контест по BMX и самокату на скейт-площадке. Без возрастных ограничений. Молодежный центр подхватит эстафету праздничных развлечений. В субботу с 16:00 до 19:00 на спортивной площадке молодежного центра пройдет бесплатный мастер-класс по брейку для лиц старше 6 лет. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать своим друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули в выходные.